Всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – уравнение Бернуля для реальной жидкости. В чем заключается смысл данной темы? То, что существует два вида потерь. Это потери, возникающие вследствие силы трения, распределенные на расстоянии. То есть, когда вода движется по трубам, она имеет контакт силы трения с трубой. То есть, вода идет в трение об стенки труб. И второе, это потери в результате действия внутренних сил трения. То есть, грубо говоря, воду можно условно представить как несколько слоев. То есть, вот представьте себе внутреннюю точку и наружную точку. Где будет вода двигаться гораздо быстрее? Вода будет двигаться гораздо быстрее именно в центре, нежели у стены. И вот примерно такими же слоями, грубо говоря, так все и происходит. Наименьшее сопротивление будет в центре, нежели у стены. Смысл заключается в этом. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. У меня на это все. Всем спасибо. Не забывайте проявлять активность в виде комментов, лайков, репостов и подписки на канал. Ну а также, пожалуйста, если кому не сложно, можете поддержать развитие канала экономическим инструментом. На этом все. Всем спасибо.